Юлия Ивашина раскладывает на лестничной клетке телескопический пандус, чтобы вывести на улицу своего 14-летнего сына. После тяжелой травмы подросток прикован к инвалидному креслу. С тех пор прогулки на свежем воздухе для матери и сына, живущих на втором этаже в доме без лифта, стали настоящей проблемой. Юлия обратилась за помощью в городскую администрацию. Ее просьбу не оставили без внимания. Через неделю примерно нам уже эти пандусы предоставили. Было, конечно, очень приятно, потому что отреагировали оперативно. Мы выезжаем на улицу каждую неделю, стараемся, по крайней мере, и не только на улицу по городу. Мы выезжаем также и на природу, на дачу. Также берем эти телескопические пандусы, чтобы заехать в домик. Стоимость такого телескопического пандуса – 38 тысяч рублей. Устройство для безопасного спуска по лестнице было предоставлено семье комплексным центром социального обслуживания населения во временное и безвозмездное пользование по целевой муниципальной программе «Социальная поддержка граждан города Заречного». Эта программа включает не только покупку и предоставление людям с ограниченными возможностями здоровья приспособлений для комфортного передвижения. В этом году, вот за 8 месяцев, неполных 8 месяцев, за счет средств данной программы был установлен 21 поручень. К сожалению, пандусов в этом году установлено не было. Кроме того, в комплексном центре социального обслуживания населения города Заречного существует пункт проката специальных средств для маломобильной группы населения. В том числе в комплексном центре в данном пункте проката имеются телескопические пандусы, которые помогают маломобильным группам населения преодолевать те или иные препятствия. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться услугами социального такси. В этом году на установку специальных поручней, покупку технических средств и перевозку инвалидов из городского бюджета будет потрачено около 300 тысяч рублей. Анна Сазонова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».